Выходи из клетки. Эти люди досаждают тебе? Досаждают? Он наш сын. Я же сказал, мама, я хочу вас защитить. Хочешь защитить? От чего? Он побывал в Дельфах. Говорил с Оракулом. С тех пор как будто не в себе. Я услышал пророчество. Мой разум ясен как никогда. Я знаю, что совершу страшное злодеяние. Кровь матери обогрит землю. Отец в муках будет взывать к богам. От пророчеств больше вреда, чем пользы. Слушай только свое нутро. Что ты делаешь? Слушаю свое нутро. Оно говорит, что ты должен мне помочь, иначе быть беде. Ну вот. Спаси их от моей нечестивой ярости. В тебе нет ни капли ярости. Тише, отец. Я разговариваю с Мистием. Мои мечи и щит. Подарок родителей. Нужно вернуть их отцу и матери, чтобы те могли защититься от меня. Ладно, Эпит. Я верну оружие. За плату. Конечно. Родители с радостью тебе заплатят. Что? Что? Найди Косту, местного кузнеца. Не так давно я отнес ему меч на заточку. А щит? С этим сложнее. Объясню, когда вернешься от кузнеца. Жду не дождусь. Это все ради вас! Что за суеверие? Не надо. Только эти путы оберегают родителей от беды. Хочу вместе. Сходи к кузнецу и принеси мой меч. Во имя Афродиты, я Коста, к твоим услугам. Алексиос. Все для тебя, только скажи, что-нибудь выковать, натереть маслом эти мускулы, починить копье. Я ищу один меч, по просьбе Эпида. Ай, Эпид, милый мальчик, разве что очень тощий, родители совсем не кормят. Да, и он хочет вернуть меч. Я с радостью дам тебе... Меч, в смысле. Но я не могу просто дать меч первому встречному роскошному воину. Дай мне меч, иначе ты надолго запомнишь этот день. О, я... Не нужно так горячиться. Вот что, сегодня я собираюсь провести вечер с одной особой. И хочу понравиться ей. Но есть одна трудность. Мое копье сломано. Не повезло. Но в лесу рядом с крепостью Ксеркса растут особые цветы. Их посадила Афродита. Они помогут перековать, если понимаешь. Ладно, я тебе цветы, а ты мне копье. То есть меч. То есть... Скоро вернусь. Thank you.
Этого хватит, чтобы распалить кузнеца. Роскошный Мистий, мое сердце трепещет. Ты принес цветы. Даже когда я иду за цветами, меня кто-то хочет убить. Но да, принес. Прекрасно. У меня будет незабываемая ночь. Очень рад за тебя. Дай мне, что обещал. Да, да, конечно. Хотел спросить, раз уж ты здесь, может использовать цветы сейчас? В моей лавке есть местечко, где можно... Я пришел за мечом и сделал, что ты просил. Давай мне меч. Зачем ты так, Мистий? Ну, цветы мне точно пригодятся. Возьми меч, как и обещал. Нужно отнести его родителям Эпида, пока он не наделал глупостей. Thank you.
оттуда! Странно, никого нет. Она круше примна. Помогите, туши! Там, туда! Никого, но я был уверен. Спасите меня! Помогите тушить! Se tu dà! O chi può dignome? Никого нет. Ha ha ha!
Мистий, ты вернулся? Принес меч? Да. Слава богам! Я знал, что ты не подведешь. Но одного меча будет мало.
Родителей ведь двое. Итак, что там с щитом? Ну, родители говорят, что его украли, пока я был у Оракула в Дельфах. Украли? Тогда его не вернуть. Я слышал, как мать шепталась об этом с отцом. Речь шла о пещере у Красного озера, и, похоже, они знают воровку. Странно. Иди в пещеру, Мистий. Верни мне мой щит. Только тогда родители смогут от меня защититься. Мистий, ты пришел? Нашел мой щит? Да. Теперь вы можете спастись от пророчества. Так ты нашел вора? О, да, разделался с ней. Больше она никогда ничего не украдет. А что с кузнецом? Жив, здоров. Ему бы только пыл охладить. Слава богам! Спасибо, Мистий. Ты спас моих родителей от моего гнева. Теперь освободи меня. Вообще-то мы с мамой хотели кое-что тебе рассказать. Твои родители... Счастливы, что у них такой заботливый сын. Спасибо, Мистий, ты нам помог. Странная семья. Лакрида. Край сплошной соли. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно.
Живее! Я здесь по поводу работы. Что случилось? Я не гражданин и даже не силач, но в снах своих я великий герой. Мой меч лишает жизни могучих воинов Афин. Один взмах, и три головы летят с плеч. Да, а потом ты просыпаешься. Живи наяву, а не во сне. Прошлой ночью мне снился герой и наемник. И я понял, что могу стать значимым для Спарты. С твоей помощью я могу сразить наших врагов. Афинских командиров, солдат и моряков. И ты просишь убить всех афинян? Выйди в море, покажи им свой гнев и уничтожь все корабли. Я справлюсь. Ты меня выручил. Это все. Я видел твое объявление. Чем помочь? Меч спартанского командира в их лагере под охраной. Будь он более доступен, я мог бы найти богатого покупателя, как посредник. Ты просишь убить спартанского командира. Ну, уберешься. Я возьмусь за это. О, Посейдон, спасибо. Вернусь, когда закончу. Ты же не можешь. Пора за призом. Я не отпущу тебя! Тебе конец! Вижу! Сейчас ты умрешь! Нашел его!
Точно где-то здесь. Чего ради я сюда шла?
Oh!
Вернулся. Ты убил его? Он уже мертв. Спасибо за труд. Вот твоя награда. Рад помочь.